моя страница. А еще с одним российским кинофестивалем я ходил по Волге. «Золотой орел». Никита Сергеевич Михалков возил бригаду артистов. Я поехал с ними. И вот мы идем по Волге. Знаете, все-таки я обожаю наш народ. Никакой иностранный язык не вместит энергетику русского народа. До 4 утра колбасить на дискотеке и при этом не просто не заснуть, только набраться энергии к 4 утра. Вот любой бы упал уже, все. Нет, это невозможно. Эти разбрелись по палубам в 4 утра, когда закончилось. Знаете зачем? Поорать. Поматериться на солнце. Куда-то же энергию надо деть. Ну что вы, ну... Вам смешно, а перед моей каютой, перед моим окошком двое начали играть в игру. Говорит, давай кто до берега докричит. Второй говорит, давай. Это после 6 часов танца. Второй говорит, а как мы узнаем, что ты докричал? А если обратно закричат, значит, я... Весь теплоход пьяный, все ползают, ходить не могут. Так как будто штормит, а полный штиль, а все на карачках. При этом ползет женщина, за ней мужик, она говорит, догоняй меня, я Белоснежка. Им еще играть хочется. Он говорит, я 7 гномов. 6 утра, гениальная картинка. 6 утра, объявляют, остановка Монастырь. Как наши трезвеют за 10 минут, это понять невозможно. Все трезвые, все. У выхода женщины в платочках. Это 7 гномов, платочек. Это другая, с 6 слезла только. Глаза невинные, невинные. Это овцы-девственницы такие. Все молиться. И выхожу из монастыря последним. Человек обернулся, хочет помолиться, на монастырь перекреститься. Меня не заметил. И делает это наши гениальные люди. Он делал так.